Вечер добрый, чагречи, с вами Рунтик и Турбо. Сегодня мы поиграем в игру МТА на первом сервере Радмира. Да. Я думаю, ты хочешь что-то продолжить. Да, друзья, всем привет. У нас наши кайфовые, офигенные приорочки. Что мы с ними сегодня будем делать, напомни. Сегодня мы продолжаем, в общем, нашу рубрику под названием «Купи и пранкани своего друга суперхеровой тачкой». И для начала, ребят, что мы сегодня хотим сделать? Мы хотим поехать и затестировать эти приоры. Ну, то есть я уже поеду на его, он поедет на моей. И мы просто поедем все по трассе, так сказать, ну, не драговые, а вот которая трасса, вот. И после этого мы поедем делать эти тачки друг для друга хуже. Они, правда, и так не очень, ребята. Согласен. Я пока... Да, пытаюсь ехать по прямой. Врезаюсь в столб, и все, и вся моя жизнь пошла прахом. Да, честно говоря, ради вот у Турбо мне тачка нравится больше. То есть она как-то, знаете, она еще хотя бы, ну, вот честно сказать, у тебя еще более-менее хотя бы как-то рулится. Ему, если еще едем на трассу, вот, давай кто быстрее, я не знаю, как всегда попробуем. Да, я как всегда не помню, куда ехать. Ладно, окей, постараемся. Я опять как в прошлой серии в Гей-район заехал. Да что меня все сюда несет, блин. Так, погоди. Несет корням. Блин, как же она шлифует, это жесть. Так, ну все, короче, ребята, продолжаю ехать. Вот такие вот у нас были красивые кадры, как я чуть не улетел в воду. Вот. Но мне тупо повезло. Куда я поехал? Подожди. Меня знаешь, кто спас? Меня спас воздух, аэродинамика. Воздух просто захватил мою приорочку. Ахера себе тут... Я случайно в аэропорт вообще приехал. Нахрена сюда приехал? Тут, кстати, какой-то флекс бы происходит. Там людей много. Там хера себе людей. Кстати, смотри, в ряд стоят. Ну-ка, погоди. Наш отряд, сиськи в ряд. Так, я внутри, где ты? Я здесь стою на черной приоре. Так, друзья, все, наконец-то меня. О, вон, тебя мент какой-то высунул. Так, ребят, короче, мы здесь приехали на какой-то флекс по приор. На самом деле, капец. А что вообще происходит? Зачем мы сюда приехали? Такие, ехали себе куда-то, а тут какой-то движ. Пацаны. На пацанских тазах. Так, ну все, короче, я думаю, что хватит. А тут реально поход, да, только советский автопром? Ну не советский, там вообще, по-моему, только одни приоры. Все, короче, я выезжаю. Я, кстати, тебя так и не увидел там. Я стою слева. Ой. А, ты уезжаешь? Я уже уехал. А, подожди меня, стой. Я видел, это ты там хотел улететь куда-то? Да. Подожди меня. Я лечу. Красота. Все, погнали вместе уже, а то... Погнали, да. А то раздельно как-то... Ай, блин, я хотел тебя... поднатаскать. Всё. Поехали. В воздухе поймай. Опа! Ой, слушай, оно утищет. Так, стоп. Ну вот Драг Рейсинг показал, что время мы показываем одно... Опа. Нам налево, по-моему. Нам налево, да. Ха! Нюхай пыль! Соси искру. Чё? Не знаю. Ооо! Я видел, да. Хорош, красавый. Ну такое. В смысле? Так. Да! Опа! Фига себе, я тоже в столб шатался. Да столбы это вообще, в столб враг приоры заниженный. Нифига себе, вообще там нормально? Херня какая-то происходит. Мы с тобой просто одновременно сейчас подпрыгнули. Что вообще происходит? Я не понимаю, блин. Походу мы... Сам это приоры. Походу мы на поребриках можем просто нахрен взлетать как на... Как на, в общем. Как на. Как на. Просто как на. Как нахуй. Да. Я вижу, ты едешь в фиолетовый хуй. Сзади ты стоишь, а я уезжаю. Хоть бы упал и умер. Да, ну слушай, что ты такой жесткий-то. Так, сдохни, падла! Ору. Нормальный пацан. Красота. Блин, он вообще не... О, а тут гора не настоящая. Тихо! Ты дурачок, что ли? Все нормально. Так, сейчас мы... Ой, пацаны! Сори. Так, мы ж меняемся приорами, да? Да. Так, все, иди садись в мою. Я чуть раньше стартанул. Нормально, не, у меня пока... Ах ты писька! Ну у тебя... Ой, чё? Погоди, давай заново. Почему? Не, ну просто я этот не понял, в чем кек вообще. А, ну просто. Ладно, поехали, это, как делать? Так, ребята, минус балл Рунтику. Вот, это было сейчас идеально прям ровно. Да блин, ну у тебя вообще, да, у тебя как-то прям вообще хреново поворачивает. Даже у... с этим. Что за херня? Рунтик, ну хорошо, я вернулся. А, мы продолжаем. Окей. Блин. Я тебе говорю, у тебя приор намного лучше. Она под тормозом хотя бы вообще поворачивает, а у меня тупо нет. Ой, ты ж только что был... Что происходит вообще? Да, у меня хотя бы по тормозам, у тебя вообще она не поворачивает.
Купил говно, тебя обозвали говно. А, блин, я же еще я без интерфейса все это время гоняю. Блин, она у тебя... Чё? Что за басы? Да я не знаю, на ней невозможно ездить, говно купил. Просто вылез дождь. Я надеюсь, что это вылез дождь. Вылез дождь червяной. Погоди. Ну она у тебя вообще лялечка, слушай, чё ты на ней... Она у тебя рулится вообще просто божественно, ты чё? Охереть, она... Крутой, блин. Блин, люблю такие подставки. Блин, да опять я. Ну ёп. Все время на этом месте куда-то в жопу влетаю. И все. И по итогу я все равно победил. Не, ну реально, забирай свои, в общем. Ну поехали, все, тюнить сразу. А, дай мою. Я... Да, на, все, я тебе... Все, я тогда похлебал. Погнали. Все, мне дверь, блин, заднюю открыл. Блин, а нам теперь, чтобы ехать, нам опять влаз там всякие туристы? Да, нет, здесь тоже есть. А, тогда я с тобой, давай, вези меня. Тут же прям в этом, на дракрейсинге есть это, как тюнинг. Да? Да? Ага, погнали тогда, поехали. Друзья, вот напишите, вам нравится, что Турбо придурок, или не нравится? Или вам нравится, что Рунтик хороший мальчик? На попал. Сейчас будет авария! Я его тоже хочу, да, падла! Его тоже хочу, чё? Ну, в смысле, долбануть. Гоп-стоп по-приоровски называется. Ну, блин, я ж идеально почти затормозил, чтобы за... Опа! Сукин ты собакин, а? Обожаю. Так, и куда ты? Направо, да, вот это? Да, ты сейчас. Ну, ты увидишь, да. Понял. Ах ты ж, сука! Обманул. Ой-ой-ой-ой. Так, да, дорогие друзья. Блин, все, он заехал, да. Все, короче, ты заходи. И сейчас мы будем творить дичь с этими автомобилями. Короче, ребят, у меня уже, в принципе, есть идейка. Ух ты, стоп, колеса вообще топовые, мне нравится. У меня нет идей, но я сейчас что-нибудь понаделаю. У меня есть идеи, ребят. Я сейчас сделаю просто из этой тачки what the fuck, motherfucker. Прикольную тачку, короче. Так, как сделать, чтобы... Все. Не-не-не-не-не. Во. А-а-а! Тут даже так можно. Все, я знаю, что я сейчас сделаю, короче. Так, короче, ребята, делаем, кто хуже. Кто хуже, тот лучше, ясно? Да у тебя здесь тоже не лучше, я тебе говорю, скорее всего, так пропустим. Ну ладно, это походу не меняется. Так, ну все, я в принципе готов. Подожди. Я тоже готов. Выезжай. Давай. Погоди. Чё, пацаны, пацанский таз радует глаз? Все, я выезжаю. Что это? Погоди. Тут главный кек знаешь в чем? В чем? Что у тебя сзади приёт. А, я понял. Окей. Ну а ты... Давай сразу махнемся, может быть? Да, давай сразу махнемся. Так, не, ну слушай, да, ты маленькие колеса. Да, оно, в принципе, было логично. Ой, ну ты мне сделал... Рунтик, у меня супер тачка по сравнению с тем, что я тебе сделал. Блин, ну ты ее замедлил, что ли? Я не знаю, я под... Блин, а у тебя... Она не едет прям? Что, блин? У тебя просто не едет, ты понимаешь? Она едет, она со временем разгоняется, но она у тебя еще плохо повернула, которую я тебе сделал. Какой я? 25, все, она выше не едет. А ты смотри на то, что ты мне сделал, я просто прямо не могу, я тупо не могу. Я просто... Ну блин! Тут еще, кстати, непонятно на самом деле, у кого хуже, потому что я если еду, все, меня начинает трясти, я не могу просто ехать прямо. Ну что мне делать? У меня 25, максималка, алло! У меня максималка, ну сколько здесь получается? Вот он до 40 где-то разгоняется и начинает его вот, все, он прямо тупо не едет. Я не знаю, если мы будем сейчас драк ехать, ты-то хоть до финиша, может, доедешь? Чуть-чуть быстрее, ну потому что он вообще не едет, как его. У тебя... Дай, погоди, я на своей попробую прокатиться. Попробуй, она просто прямо не едет. Попробуй. Давай. О, она теперь едет хотя бы, лол. Ну, она теперь прям быстро едет. Но она не рулится вообще, да. Все, погнали, короче. Ну что, погнали тогда на дракрейсинг? Ну, погнали на дракрейсинг, ладно, попробуем. Там, кстати, пусто, там никого сейчас? Ну там, тут, да, мало людей. Но я тебе сразу говорю, у меня тачка реально вообще на ней, и вот реально вообще легко ехать. Я сейчас только что ездил. Ну? Ну, погоди. А, погоди, а может не на своих тачках нельзя? Думаешь?
Давай быстро поменяемся. Не, а мы же, может, сможем сейчас просто так прям поехать, какая разница. Давай, давай, давай. Давай на 30 секунд давай. Твой. Давай твой. Давай. Да, я же говорил! Я же говорил! А, не, смотри, нормас. Блять! Тупой дебил! Не, ну твоя побыстрее все-таки получилось. То есть, я смог сделать похуже. А у меня показывает, что мы одинаково ехали. У меня-то вообще сзади очень сильно был. Ну я хз вообще кому на самом деле верить. Короче, да, да по короче, лучше на трассу на то. Можно как-то телепортнуться? Не хочу на ней ехать. Давай я даю на ней, мне она понравилась. Не-не, на своей я тоже точно не хочу, она вообще не поворачивается на моей. Так, я стопнул чуть пораньше. Блять. Сосле, блин. Тихо, тихо, не матерись, да. Сейчас погоди. Так, сюда. Ну не знаю. Нормас все, нормас. Нормально. Если ручник на твоей тачке зажать, то она нормально поворачивает, в принципе. Сейчас еще, короче, я на себе попробую тоже походить против тебя. Собака! Когда входишь в поворот, конечно, это жесть. Я просто начинаю переворачивать. Тут, конечно, у меня похуже дела. Бля. Нет, не упасть, глаз. Живу, живу, ребят, живу. Ты хотя бы просто доедь до финиша. Я постараюсь. Ну, у тебя вообще нормально. Если есть ручник зажать, то вообще все классно получается. А ты где? Да вот стою. Ждушь. Давай. Давай. Да ты что делаешь? Нормально. Стоп. Так, ну да, это сейчас... Ой, да. Сейчас... Не, ну да, вот на это вообще изи. Охренеть, зато на моей дрифтить можно охеренно. Есть, конечно, руки растут откуда-откуда надо. Ни хрена себе! Что там, дрифтишь? Я вообще боком прошел, да, вообще весь поворот. Из перекладочки зашел в другой. Да, но это долго получается, то есть ты вперед улетаешь. Ну да, что-то я вот это слишком быстро я все-таки сделал. Во второй раз. Она прям летит. Так, стоп. А я не знаю, я, кстати, ну, я вообще ускорение это оставил максимальное. Так. Охренеть! Вот это я иду бочком, блин, приора для дрифта. Так, ну короче, давай теперь. Сейчас, короче, капот с капот, дерби и будем заканчивать. Давай. Так, отлично. И на третий сигнал. Давай. Видишь, моя помощнее получилась, ну которую я сделал. Зацеп, да, потому что у тебя мало его. Еще раз давай, теперь ты сигнал. Ты едешь вообще? Нет. Ты тупой ручник держишь? Я вообще ничего не держал, вообще тупо стоял. Вот сейчас еду. Не, ну у меня еще полный привод там. Да, тут понятно. Давай, короче, сейчас вот дербуху. Сейчас, короче, сделаем аварию. Тупо долбиться? У кого быстрее, да, тачка, короче, задымится. Давай. Так, давай. Погнали, короче. Погнали. Ёп! И гад отлетел. Так, не хилимся, ладно. Да, не хилимся. Но ты... Да я пытаюсь развернуться. Так, кого быстрее... О, у тебя же задымилось. Хорошо, хорошо, просто дерби тогда, неважно. Давай, иди сюда. Чё, ты убегаешь? Так, отлично. О, у тебя тоже задымилось, или нет? Причем у меня задымился уже прям таким белым дымом. У меня тоже же белый. А-а-а! Блин! О, у тебя уже черный дым. Да. А, ты подсек меня. Нога она не чинится, нормально. Нога не чинится. Да давай поворачивай, ты срань тупая. Блин. Нет! Так, сейчас погоди. Последний удар. Последняя битва. Сейчас будет решаться наша победа. Ух ты! Это улетел, я еще живу. Я тоже еще живу, у меня прям черный-черный дым уже. Черный-черный дым. Мне кажется, сейчас ничья будет. Ах ты, гад! Там осторожно, там скорая едет! Тихо! Ой! Я один раз тоже об дерево долбился. Как же меня достало твой приор, она же вообще не поворачивает.
Ай, блин, я опять отбежал. Ай, ты куда? Я два раза, кстати, об дерево думал. А что, мы вообще гореть будем сегодня? Да, они тут горят. Они горят вообще, да, или нет? Вопрос. А прикинь, они не горят? По-моему, горят. Сейчас, погоди. Сейчас давай, короче, последний раз. Херачиваемся жестко. Сейчас не загорятся туда. Все, это готов? Фиаско, скорее всего. Я еду. И... Так. Ребят, напишите в комментариях, горят ли они. Да, дерево, погоди. А, все. Я мотор сломал. Тупо мотор сломал? Дерево херачит. Да. Все, она не заводится, да. А у меня еще едет. А, то я в дерево прям со всей скоростью херачился. Ой-ой-ой. Так, ну все, тогда починился. Так, ну что, ребят, если вам понравилась эта серия вот такая, так сказать, пранк над другом Приоры, обязательно ставьте лайки, ребят, пишите в комментариях, какую следующую тачку нам выбрать, пишите идеи, турбо мне, ну, отдельно, да, лучше мне, кажется. Не-не-не, лучше мне. Вот, а вам всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока. Да, кстати, лайки ставьте, подписывайтесь, я что-то забыл сказать. Да.